Скади? Блин, ради валета сейчас скади, что ли, пикнуть? Давай. Чисто ради валета. Что, даже по валету соскучился. Так, ну все, погнали. Это что такое? А что мне два доната одновременно пришло? Костяныч. Костяныч. Будь здоров, брат. Мы с тобой. Блин, спасибо тебе огромное. Бабушка учила не хвастаться. Я убил ради тебя, дядь. Спасибо большое, Террас. Спасибо огромное, ребят. Спасибо большое. Да ты шо, ля, закидали. Старого закидали. Ой, братик, просто... Просто умри, как мужик, как птица-мужик. Подерись с ними. Замет... Какой он молодец, смотри, он выжил. А как так получилось, что мы первого убили Геркулеса? Братик, ты шо? А, я зря, да? Фу! Я взял сапог, грубо говоря, чтобы убегать, если честно. У нас, кстати... Блин, давай стрелять. Братик, ну просто помоги мне. Я понял тебя. Он не думал, что я ему столько урона дам, знаете? Но он даже извинился. Ой-ой-ой-ой-ой! Мы его просто, я не знаю, мы его испепелили, вообще разнесли в клочья. Он даже ультануть не успел. Это было вкусно. Прям ням-ням-ням. Аж жрать захотел. Мы его просто в говно превратили. Блин, я не знаю, мне кажется, у него жопа сгорела, если честно. У меня бы сгорела. Собаку первую не пускаю сейчас танчить, потому что она быстро умрет, а я сейчас, скорее всего, на базу пойду. Но это так, для тех, кто не понял, зачем я это сделал. Ай, блин, а чё дамажит-то меня, алё? Хорошо, я просто его изничтожил. Давай попробуем. Офигеть, просто посмотри, что это такое. Вот что это за роботик такой. Я просто изничтожил ее, лол. Take the canister to an unlocking station to release essence. Убить его, убить! Я дам тебе бонус. Хорошо, первая наша, Бедняк, посмотри, убегает. Не, Кость, Codeway, не, это долгие игры, просто я не планирую. Здрасте.
Да что было, блин? Сзади. Вшинь. Вшинь. Как же он его... Он просто пришел и выбил мой баф? А я думал то, что я сейчас пойду изничтожать просто Хроноса, если честно. Как же страшно, да? Ой, плохо ультанул. О, вот это ты зря, братик. Вот это ты зря. Вот это ты зря. Я его просто съел. Сожрал. On my way. Ой, у нас хибо. А кто сказал, что нам жопа? У нас такой пик жесткий. У них жестче? Да ну. Это урон, блин. Вот это урон, я понимаю. Не думаю, что он захочет со мной драться. Вот сейчас его собака пожрала. Жестко при том. Мне нужен какой-то отхил, я думаю. Нужен отхил. Вот это урон. Господи, чат, дай бог мне здоровье с таким уроном. А вот то, что этот хлеб у нас умирает там. Или он, что он делает? Тихо. Просто изничтожил Геркулеса, блин, жирного. Не умрешь? Не умру же, не умру. Да в смысле ретрит? А достанет? Достанет, если... Нет! Не доставало, что я мог сделать? Ой! Дурилка картонная! Ультимейт из реды, ультимейт из реды, ультимейт из реды. Блин, зачем я нажал? Ой, как же он дамажит, господи. А так, говорит. И я нажал Аегис не вовремя. Блин, не знаю. Что-то у меня есть подозрение, что мы проиграем эту катку тоже. Типа, хаза, как бы ты ни играл, все равно есть какая-то дичь непонятная. И вот эта дичь, это у нас Цербер, видимо. Он вроде как есть в команде, и в то же время, ну, как бы, и нахер он не нужен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, застрял в какой-то... Вляпался во что-то, блядь. А! You know what to do. Ого, она его кусает как. Просто, вы видели, что сделала собака?
Убейте Хроноса, он просто бесполезный. Он думает, что он самый быстрый или что? Я его не могу догнать, он правда самый быстрый. Ай! Убивайте ее, убивайте ее! Ты миснул? Все, просто ретрить, пожалуйста. Господи, что у меня с уроном, посмотри. Все, мы выиграли. До первой ульты не жи, у них пик круче, сильнее. Фу, 11-2, жестко. Кстати, жестко вообще, но для меня.